По доброй традиции, 8 июля в актовом зале районной администрации состоялся торжественный прием главы Северского района, посвященный Дню семьи, любви и верности. Глава района Дамджарим поздравил семьи, которые славятся своими устоями, семейными традициями, гордятся своими детьми и внуками. Нежности, любви, взаимопонимания, уважения и долгих лет совместной жизни на радость детям, внукам. И желаю всем в самой-самой глубокой старости, когда уже завтра будет 100 лет, чтобы вы обернулись и каждый мог сказать, какую мы совместную красивую жизнь прожили. Счастья вам и добра! Со светлым семейным праздником поздравил настоятель храма Пресвятой Богородицы села Львовского иерей Александр Пантелеев. Храни Господь всех семьи, дай нам Бог крепости, любви друг к другу, без них не будет верности. Без верности не будет семьи, без семьи не будет ничего там. Любите друг друга и дай нам Бог крепости в этой любви. На торжественном приеме семье Белоуська из поселка Афипского вручили общественную награду – медаль за любовь и верность. Надежда Васильевна и Иван Андреевич отметили в феврале 2020 года 60-летие совместной жизни. Супруги воспитали двоих детей. В родном поселке семью Белоуська знают как очень дружную и сплоченную. Поздравление и памятный подарок от главы района принимала семья Чаленко из Ильского городского поселения. Валентина Ивановна и Григорий Георгиевич состоят в браке 63 года. Как и прежде, они остаются оптимистами и во всем поддерживают друг друга. Для всех гостей мероприятия творческие коллективы района подготовили праздничный концерт. В этот праздничный день чествовали супружеские пары, семейный стаж которых достоин уважения и почтения. Тех, кто бережет семейный очаг с любовью, верностью и уважением друг к другу. Поздравления и многочисленные пожелания достались многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Всем участникам торжества подготовили цветы и памятные подарки.